credo a maltrattare meu Карлоса Жобима, которого нужно знать любому цивилизованному культурному человеку. Это великий бразилец, который подарил нам это прекрасное направление босса-нову. Это была чудесная песня, первые вещи тоже, наверное, все-таки не всем известные, но Надежда все-таки кто-то знает. А это чудесная мелодия, которую я люблю, я играю, она записана в Олимпийской. Она называется «Портрет черно-белым» и еще имеет отдельное название. На отдельных дисках записано бразильскими музыкантами под названием «Зингаро». Запомните это, когда я буду играть в следующий раз. «Зингаро». Ну, а сейчас прозвучит мелодия, которую тоже, по идее, все должны знать. Но все-таки я напомню, потому что я хотел, чтобы каждый из вас ушел сегодня с неким багажом знаний о джазе. «Дезафинадо» или «Открытый ключ». Дезафинадо. Pode encontrar você com sua música.
dance, me dance. Se você insistir em classificar meu comportamento de anti-musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm. Thank you.
Чудесная мелодия Луиса Памфа, это потрясающий бразильский композитор из известнейшего фильма, который, не знаю, видели все, «Утро карнавала». Это потрясающая мелодия, которую всегда все любят слушать. Даже, может быть, не знали, как это называется, но мелодия всем знакома. «Утро карнавала». Ну, а сейчас опять снова вернемся к Антонио Карлосу Жобиму, чью музыку надо бы знать каждому цивилизованному человеку. Его басанова «How Insensitive». Как бесчувственно. Thank you.